Начнем. Начнем с задачка. Осталось несколько задач, но феноменологическую часть. Ну, потом почему мы будем переходить к квантовой хромодинамике. Вот сегодня давайте рассмотрим модель электродинамичности и омега-фи-смешивание. Мы закончим сейчас с массовыми формулами и решим вот такую задачку на омега-фи-смешивание. Первая задачка наша. А именно мы рассмотрим октет векторных мезонов, один минус мезонов. Да? Я здесь немножко нарисовал, на перемене пока вас не было, а вы срисуйте. У нас есть октет векторных мезонов и синглет векторных мезонов. Да? Значит, что нас сейчас будет интересовать? Здесь, как обычно, наш ро плюс ро минус, да, про который мы уже все знаем. То есть у нас есть триплет ро мезонов, ро минус, ро плюс, ро минус. Есть дублеты, к плюс, к ноль, к минус, анти, к ноль, к минус, да? Вот. И СУ2 синглеты. Я сейчас говорю про группу СУ2 пока что, да? СУ2 синглеты, это у меня омега-8, я это обозначил. То, что в СУ3 оксите лежит, и омега-1, да? Видно, что и то, и другое – это СО2 синглет, верно? Потому что здесь комбинации ОНТ плюс ДНТД и СНТС, синглетные комбинации, да? Вот, то есть, в принципе, для октета векторных мезонов мы могли точно так же, как раньше, получить массовую формулу, абсолютно аналогичную с тем, как было для октета псевдоскалярных мезонов, правильно? То есть здесь все один в один, и получим вот такую формулу. У нас такая же формула была, правильно? Только она связывала между собой это π и k, правильно? Это π и k. Аналогичная формула. То есть у нас здесь представитель дублета, здесь представитель триплета, здесь представитель синглета, да, который живет в нашем октете. Вот. И что мы могли бы обнаружить, если бы попробовали в эту формулу подставить наблюдаемую массу на эксперименте? Значит, мы наблюдаем для 1 минус мезонов у нас есть наблюдаемые, кроме заряженных ро плюс ро минус и странных мезонов, да, которые мы можем однозначно отделить по их реакциям. У нас есть омега и фи, правильно? То есть это некие наблюдаемые массовые состояния. У них вот такие массы. 782 и 1020. Да? Вот. То есть наше подозрение какое? Что вот на этом месте должна стоять какая-то из этих масс, правильно? По идее. Раз эти частицы, одна из них в октете, другая в синглете, то нужно было предположить руководство, то есть логикой предыдущей задачи для псевдоскалярных мезонов, что здесь одна из этих масс. Да? Но вот мы, например, взяв за основу массу МК со звездочкой МРО, могли бы вычислить, чему равна М омега-8. И просто разрешим это уравнение М омега-8. Если отсюда написать, чему она равна, то она получится примерно 929 масс. Видно, что ни туда, ни сюда, да? Какая-то проблема. То есть массовая формула, написанная в таком виде, она почему-то не работает. Да? То есть, что на этом можно было? На этом можно было сказать, все эти ваши массовые формулы, никакого в них толка нет, правильно? Смысла никакого нет. Можно было все-таки сказать, нет, давайте попробуем спасти ситуацию. То есть сохраним все-таки нашу кварковую модель, в которую мы эти массовые формулы вводим, но введем некое новое такое явление, которое называется омега-фи-смешивание, и некий новый параметр этого явления, именно угол смешивания. То есть первая задача, нам нужно найти угол смешивания. Сейчас скажу, что такое. Дело в том, что когда мы с вами писали для псевдоскалярных мезонов массовые формулы,
мы исходили из чего? Из того, что у нас есть эсутрин вариант мелатонинжел, правильно? Эсутрин вариант мелатонинжел, который есть какие-то кинетические члены. Плюс массовый член. Да? Массовый член уже для наших, для нашего векторного случая будет какой-то такой. И SO2 инвариант Лагранжа, который нарушает SO3 инвариантность до группы SO2, вы его писали как минус дельта m в квадрате пополам, а здесь был трейс чего? Значит, это SO3 инвариантная комбинация при вращении да, группы SO3, потому что в этом SO3 тензор неприводимый, да? Что здесь было? По-моему, что с матрицей это приумножалось. В какой матрице? То есть было В, В и что еще? Гиперзаряд. Да, правильно, гиперзаряд. Матрица гиперзаряда. Напоминаю, что гиперзаряд это фактически один из генераторов по SO3, поэтому эта штука, очевидно, не будет SO3 инвариантной. Да? И тем не менее, у гиперзаряда на первых двух позициях фактически единичная матрица стоит. Поэтому это будет SO2 инвариант. Да? Вот. То есть мы писали вот такие лагранжаны и отсюда находили массовую формулу. Да? Вот. Теперь мы видим, что наша массовая формула не работает. Мы можем на это все посмотреть и сказать, что это не весь лагранжан. Да? Мы могли, в принципе, написать еще несколько SO3 инвариантных членов и SO2 инвариантных членов. Если бы мы включили это рассмотрение, также и синглет. Вот здесь вот V это пока что только октет, да? То есть мы только с октетом работали. А вот если бы у нас был бы еще синглет, да? То как бы мы могли написать? То есть для синглета что здесь будет стоять? То есть вот это кусок октета, а у нас есть синглет, да? То есть можно написать, что здесь стоит какая-то масса m1 в квадрате пополам на ω1 в квадрате на поле нашего синглета, да? Вот оно, поле нашего синглета. И это тоже SO3 инвариант Лагранжан, правильно? Потому что ω1 это SO3 инвариант. Обращаю ваше внимание, что даже когда у вас SO3 инвариантность выполнена, да, у вас вовсе не обязательно M1 равен M0. Да? То есть масса октета и масса синглета – это разные массы, даже когда у вас SO3. Да? Поэтому здесь стоит не параметр M0, а какой-то такой параметр. Вот. SO2 инвариантный и SO3 нарушающий член, как можно было бы написать? Какие еще дополнительные члены можно было бы сюда дописать, которые бы теперь уже в расширенном Лагранжане, описывающем реактет и синглет, сохраняли бы SO2, но нарушали SO3. Надо вот обратить внимание, понятно, ω1 и ω8, я это уже вначале проговаривал, они SO2 сохраняют, правильно? Если их вместе рассматривать, а SO3 нарушают, поскольку вот это не является SO3 инвариантом. Это SO3 инвариант, это не SO3 инвариант. Да? Поэтому что еще можно было бы написать сюда? Конечно, можно было еще написать для этих вот, мы пишем квадратичные по полям Лагранжаны, правильно? То есть мы только массовые члены сейчас пишем. Можно было написать какую-то матрицу. Ну, не матрица, написать некий вот такой член ω1, ω8 в квадрате пополам, а если это ω1, ω8, правильно? И вот этот объект, он тоже будет SO2 инвариант, потому что ω1 и ω8 SO2 инвариант, но уже не SO3 инвариант, потому что ω8 в октете лежит, правильно? То есть можно было вот так вот, так вот сделать, правильно? Хорошо, и дальше мы видим, что наш Лагранжан, ну или гамильтониан, если мы про энергию будем дальше говорить о собственных значениях гамильтонианов, он не диагональный по полям, да? А наблюдаемые значения, массовые значения, это диагональные, это собственно,
это собственное состояние контаминации определенной массы. Да? То есть в терминах полей наблюдаемых омега и фи у нас наш лагранжан должен быть диагонален. Верно? Это просто по определению того, что такое масса. Масса – фактически энергия, то есть это собственное состояние гамильтониана, да, омега и фи. Вот. Поэтому мы могли бы написать дополнительно к тому, что у нас есть такой лагранжан, да, то есть наш лагранжан полный, это есть SU3 инвариантная часть плюс SU2 инвариантная, SU3 нарушающая часть. Да. И кроме того, мы могли сказать, что омега и фи, то есть наблюдаемые поля, настоящие наблюдаемые поля, в которых наш лагранжа, а именно его массовый член, будет диагональный. Это есть некая матрица на омега-8, омега-1. Могли бы вот так написать, правильно? И в терминах омега-8, омега и фи наш лагранжан уже будет инвариант. Вот еще раз, смотрите. Значит, если я сейчас слежу только за омега-1 и омега-8, тогда вот это все расписываю, я что получу? Здесь будет минус 0 квадратик пополам, да? Здесь этот трейс расписываю, здесь будет много разных полей, правильно, которые в октете лежат, и плюс омега-8 в квадрате. Омега-8 в квадрате. Минус М1 в квадрате пополам, омега-1 в квадрате. Да? А здесь что для СУВА инвариантного? Здесь стоит минус дельта М в квадрате пополам. Да? Дальше опять же расписываем этот трейс и следим только за омега-8. Значит, все будет точно так же, как для октета псевдоскалярных мезонов. Да? Формулы в точности такие же. Тогда перед омега-8 какой там коэффициент был? Это дальше. Из этого коэффициента писали, что такое m омега 8. То есть мы говорили, что m омега 8 это есть m0 в квадрате, да? И вот этот коэффициент я подумал. Я помню, но просто вы найдите. Нашли. Там это было это. Правильно? А на этом месте стояло МК. На этом месте стояло МК. У нас М это было М0 в квадрате. И что еще? Вот это ДЛ, как сказать. Минус 1 третья дельта М, правильно. Минус 1 третья дельта М. То есть вот здесь вот коэффициент в точности такой же, как раньше. Минус 1 третья. Да? То есть все то же самое. С точностью до переобозначения, когда у вас вместо омега-8 у вас стоит это, вместо ρ у вас стоит π, вместо косозвездочки стоит К.
Да? Все остальное все то же самое. Понятно? То есть мы раньше, когда у нас вот этого счастья не было, да, говорили, что масса вот этого мизона это есть m0 в квадрате и минус 1/3 Big Bang. Правильно? Как я здесь написал. Минус в квадрате минус 1/3 Big Bang. Да? Точно так же писали массы для всех остальных мизонов, которые я здесь многоточие обозначаю. Например, mb там у нас было m0 в квадрате, там плюс 1/3 дельта m, да? А mk у нас было, mk у нас было m0 в квадрате, по-моему, там минус дельта m в квадрате на 6. Да? Если не ошибаюсь. Значит, что у нас теперь изменилось? Пишем полный лагранжан, и наша матрица теперь... Вот я все остальные поля, все кинетические члены, все остальные поля, кроме омега-1 и омега-8, многоточные, я написал, да? Вот. А все мои вот эти поля, написал в матрицу, в виде матрицы, помноженные на омега-8 и омега-1, да? Вот в таком виде переписал, да? И что я говорю? Я утверждаю, что... после моего поворота, вот такого поворота, где я ввел некий угол поворота тета, который я буду называть углом смешивания, после моего поворота, мой вот этот лагранжиан, он становится диагональным. Здесь будет стоять минус 1/2 омега фи, здесь стоит омега в квадрате, вот, фи в квадрате, омега фи. Обратите внимание, что вот это выражение, связь омега и фи через омега 8 и омега 1, оно вам сразу и кварковый состав связывает тоже, да? То есть вы, зная вот это, вы знаете и кварковый состав омега и фи, правильно? Ну вот давайте к доспекту антиседите и найдем этот угол. То есть теперь мы будем считать, что нам известны все массы, то есть мы не будем проверять, удовлетворяет ли этому соотношению нашу массу. Мы будем считать, что мы массы измерили, и попробуем из этих масс извлечь вот этот дополнительный параметр, внесенный сюда явлением смешивания, то есть угол вот это. Хорошо? Давайте, Андрей, идите. То есть просто давайте аккуратно перепишем вот это равенство. Что вот это выражение, вот это. То есть переходим здесь от полей омега 8 и омега 1, переходим к полям омега и фи. Вот наше соотношение. R это ортогональная матрица, правильно? Не, ну я как говорю, что значит то же самое, как переписать? На самом деле не то же самое, как переписать. Заменим, кстати. А все, почему вот ставить на толпу выражение? Нет, в точности то же самое. Вот это в точности равно. Ну да. Но просто нужно вместо омега 8 и омега 1 подставить омега и фи. Не, можно тогда сразу работать с... только с матрицами, а вот мы сейчас скажем... Можно, вот надо, чтобы с матрицами работать, здесь еще получить матрицы преобразования, да? Mm-hmm. Вот, давайте вот теперь переписывайте ваш член. Омега-8 и омега-1, чему равно, как столбец? Напишите отдельно. Омега-8, омега-1, это r минус 1, правильно будет? Ну, пока символически берете, напишу. R минус 1. На омега. R минус 1 это то же самое, что транспонированное. Напишите, что равно R транспонированное, поскольку это да. Угу. А здесь стоит транспонированный столбец. Напишите, чему он тоже нравится. Так, это будет омега фи. На R, да? То есть два из них транспонированы, поставится R, да? Ну вот и когда мы подставим вот эти выражения, столбец и строку сюда, да? То какое соотношение получим? Так, это мы не транспонируем. Пока в маточном виде запишите его, потом будем его подставить. Ну, если... Ну, конечно, завтра вопрос, чтобы не запутаться. Значит, он будет что стоять? Будет здесь стоять просто матрица R, потом будет стоять вот эта массовая матрица, да? Да.
Вот эти массы мы знаем, правильно? Их мы знаем. Поэтому нам нужно вот эту массу выразить через вот эти массы, правильно? Почему? Потому что на вот эту массу, на вот эту массу, у нас есть вот это соотношение. Да. Понятно? Нет, но в каком-то смысле, да, еще у нас есть вот эти вот члены. Они нас не интересуют, мы тоже можем найти, но они нас сейчас не интересуют. Ага. Нам нужно найти угол смещения, правильно? Чтобы у нас есть дополнительная связь на вот эту массу. Поэтому ее отсюда и выражаем. То есть нам нужно написать, чего эта матрица равна, да? Ну, давайте перевернем. Угу. Или... Перемножается. Ну, замечательно, да? То есть просто пишем, чего равна эта матрица, да, это совершенно. Ну, хорошо. Значит, у нас здесь косинус на минус... Матричное виде напишите, а то еще будет матрица. То есть у нас слева будет минус первая часть, правильно? Но вам нужно вот эта матрица равна тому. А. Правильно? А, хорошо. То есть вы пишете фактически... Если вы сразу ответ пишете. А почему ответ? Вы пишете фактически вот это соотношение. Вот сюда пишем. Ага. Ага. Я сюда я буду стоять. Ну, можно это тоже. Да? Это расстоять. Да. Угу. Да. И вот это соотношение пишем в правую часть, да? Значит, у нас получается единица, то есть? Просто последовательно перемножьте их, чтобы посмотреть, если это на это. Замечательно. А... Так, будем идти телефон. Сейчас это мы перемножили это с этим, или это с этим? Думаю, да. Сейчас. Так, тут вот эта строчка, наверное, столбец, или где-нибудь здесь. Значит, потом. Вот эта строчка. Синус. Получается у нас разность синус квадрате минус косинус. Так, пишем как есть. Там еще и масса разная. Да. Масса разная, да? Да. Вот да. Он за счет чего возьмешь? Омега. Омега. Квадрате. Косинус. Угу. Квадрате считает m минус m фи. Квадрате синус. Квадрате считает. Угу. И давайте остальные 15-4. Так, матрица Эрмитова, потому что тут еще два осталось, да? Хорошо. Значит, теперь вот, значит, мы вот эту строчку пожалуйста, да? То есть у нас синус на косинус, здесь косинус на синус. Значит, масса у нас тоже разная.
Ну, они всегда были классные. Так, минус. Это что сейчас пишется? В каком адресе было? Омега в квадрате синус. Синус на косинус умножается. И синус на косинус общий будет. Ага. Правильно? Да, и двойку еще. Да? Почему двойку? Синус на косинус. Нет. Потому что пишите, как через двойной ход, через без плюс mφ в квадрате и умножить на синус 2 тета пополам. Вот. Ну, здесь то же самое. mφ в квадрате. Там может быть ошибаюсь, у тебя там вот в первом чрезе в матрице, там точно знак. Другой значит там. Здесь? Да. Может другой. И на самом плюс, но я, конечно, могу ошибаться. Плюс. Почему? Что неправильно? Строчку. Здесь плюс должен быть. Где? Почему? Стакан на стол? Стакан на стол? Да. Спасибо. Так. Здесь вот то же самое. М в квадрате минус М омега. В квадрате пополам на синус. Вот это. Значит, и теперь здесь минус сокращается. Синус квадрате это здесь косинус получится m омега в квадрате синус в квадрате это. Значит, m фи будет с плюсом, m фи в квадрате косинус в квадрате это. Так, ну и нас интересует на самом деле вот это тоже. Откуда мы найдем это? Ну давайте напишем соотношение. Так. То есть m, напишите, что m омега 8 в квадрате равно с одной стороны квадрата. А, ну вот. Давайте отсюда напишем, то есть 1 треть. Да? С одной стороны мы его знаем из массовых формул, правильно? Минус 4 к. Которым я забит. Чего? Знание. Ну да. Да. А с другой стороны, это равно. Через синус выражаем, выражаем синус отсюда. Равно чуть-чуть. Здесь же дальше продолжать. Равно. Косинус через синус. И находим синус квадрат. Это у нас должно быть 45 градусов. Ну, в районе 45-50 градусов. Там не видно, что вот эта масса, которая получится, она между m и g. Так, синус квадрат. Находим синус квадрат. Это равно, там подставляем. Чуть что у вас видно было? Пожирнее побольше. Так, значит, 4 нации костара в квадрате. Минус масса ро. И, значит, сколько их? 3 штуки? 3 массы омеги со знаком минус.
такое выражение. Если чиселку поставить, то будет примерно 0,76 квадрата. Синус тета это 0,76. Да? Вот, то есть тета в районе 0,766 и 50 градусов получим. Вот. Угу. Сейчас мы погодите, еще не оформите, давайте еще один момент сделаем. Введем такое определение. Определение. Так называемое идеальное смешивание. Так, давайте свободно. Идеальное смешивание. Идеальное смешивание. Смешивание. Давайте попробуем, теперь от обратного, найти угол смешивания. Это идеальное. Если бы мы знали, что фи это есть SNTS, а омега это есть ОНТУ плюс ДНТБ на корень из двух. Ну, платим составом. Так, а у нас чему равно омега 8 и омега 0? А вот омега 8. Вот, собственно. Угу. Ну, сейчас мы можем вставить матрицу, которая выражает. Ну, что можем? Ну, в принципе, мы можем вставить вот, вот такого. Конечно, просто из-за этого уравнения его и найдем. Ну, чуть это уравнение. Хотя бы одну строчку, с которой можно найти. Например, первую строчку уравнения. Так, ну, давайте. Омега фи. Угу. Вот, значит, омега 1. Ну, то есть нам нужно сократить вот S интерес. Вот, сейчас, вот, сейчас, вот ваше уравнение. Правильно? Это связано с омега. Нет, ну мне надо омега 8 и омега 1 выразить через. Нам нужно какие-то коэффициенты, чтобы получились такие квартальные. Зачем? Зачем? А, как бы... У вас квартальный состав вот этот 200, ну вот этот 200. Ну, отсюда да. Находится угол сразу. Просто чуть это уравнение один раз, и все. Ну да, нет, я к тому, что я вот матрицу не перепишу. Ну, ладно. А вы что хотели сделать? Ну как хотели сделать? Ну, написать матрицу преобразования омега 8 и омега 0 к фи и омеге. Потом скрывается матрица. Матрицу 13, что ли? У вас здесь матрица. Нет, почему? Это же можно выразить. Матрица 2 надо. Но мы можем подобрать коэффициенты такие, чтобы получить фи, например. Вот эта матрица, вот эта матрица, она это и делает. Ну а что? Да? Так, хорошо. Значит, у нас омега. Значит, первую строчку этого уравнения напишите. Первую напишите для начала. Это смотрите. Помните, у них знаете, где. Ага. На корень из двух. С одной стороны, а с другой стороны. То есть космос тета на омега 8, да? Тета идеальная. Это все-таки ненаблюдаемое. Это наша фантазия, привязанная к конкретному кварковому составу. Фантазия наша оправдана тем, что угол идеального смешивания окажется довольно близок к тому, что наблюдается в эксперименте. Да? Мы можем считать, что приблизительно квартальный состав омега и фи вот такой, приблизительно. С той точностью, с которой у нас получится расхождение между идеальным углом смешивания и тем, который мы нашли сами. Да? 73, ага. 72. Ага. Ну хорошо.
То есть все отсюда, в принципе, уже можно одно смещение найти. Если на SNTS посмотреть, слева, в левой части есть SNTS? Нет. Ну, пишем 0. А в правой части? Минус 2. Минус 2. Угу. 8. Угу. Минус 1. Так. Угу. Ну, хорошо. Понятно, что это чьи-то углы. Ходим отсюда. Там инсайты идеально. Нет. Знак мы получим. Я хотел бы воспользоваться просто формулой. Синус суммы. Мы можем вот эти коэффициенты сложить, квадрат, поделить на них. Хорошо. Нас сходите отсюда в углу. Сейчас возьмем не узкий, некий угол. Си, он будет равен синус от 1/3 в знаменателе 4/6 от числителя, ну давайте знак попробуем. Нет, давайте уже сразу с знаками будем делать. Нет, я потом не буду. Ну ладно. Короче, отсюда мы сразу видим типа, там. Типа косинус корня из 2/3. Чего? Косинус? А, или... косинус. А, да. Здесь синус. Только вот мы видно уже, что мы не совсем удачно вот, определили смешивание, здесь минус написали. У нас вот это отрицательный получится, да? На самом деле вот здесь вот, если мы для синус квадрата еще получили уравнение. То есть видно, что здесь синус квадрате за минус 50 градусов, а минус 50 градусов. А здесь у нас синус это так вот. Это наш сейчас как косинус того же угла. С минус ты? Да. Так, а это получается синус суммы. Как я помню. Да. Ну и что? Ну то есть минус можем убрать. Получается синус си плюс равен нулю. Ну откуда получается это идеально минус вот эта штука? Ну чтобы можно причесать. Значит, нам выгодно 2 плюс. То есть это синус некий, значит здесь у нас шестерка, четверка ушла, шестерка, единица. Ну, все. Так, синус корень из 2/3, корень. 2 корня из 3 надо. Корень из 2/3. Ну, то есть это идеально, это из минуса, а синус корня из 2/3, да? То есть мы получили, ну, знак минус получили, да? Еще раз повторяю, потому что я не очень удачно смешивание здесь написал, да? То есть на самом деле наше смешивание не это равно 50 градусов, а это равно минус 50 градусов. А, ну здесь мы, кстати, мы получили. Здесь мы только синус квадрате получили, правильно? То есть здесь мы про знак ничего не знаем, кстати. Ну, либо мы можем только про синус квадрате рассуждать, да? Видно, что вот этот арксинус, если вы его посчитаете, это будет синус, это идеально, то есть у нас получилось, что он есть. Минус корень из 2/3, правильно? Да. Минус корень из 2/3. И это примерно минус 0,81. Вот здесь было 0,766, да? А здесь 0,81. Да? То есть знак минус нам давно подсказал, что здесь мы со знаком минус должны взять, да? Он был смешан. Ну, либо здесь берем знак плюс. Тогда там будет знак плюс, да, в определении того, что такое у вас смешание.
То есть у нас смешивание довольно близко к идеальному, верно? То есть мы с точностью, с которой 0,81 равен 0,666, можем считать, что кварковый состав вот такой, омега и фи. Да? Хорошо, спасибо. Давайте сейчас на этом будем двигаться дальше. Замечание какое? У вас вопросы какие-нибудь есть? Вот у меня бы на вашем месте возник бы вопрос, а почему, когда мы псевдоскалярные бизоны рассматривали, Видим. Ладно, пришлось его убить. Вы его как раз в своих личных заданиях должны найти. Он меньше. Он на самом деле есть, но он очень маленький. То есть получается, что здесь для октета, для октета векторных бизонов у нас угол смешивания получился большой, да? То есть они сильно смешиваются между собой. Вот. А псевдоскалярные бизоны фактически не смешиваются. То есть октет живет отдельно асинглет, они наблюдаемые массовые состояния, это отдельно массовые состояния октета и асинглет. Да. Что, Кирилл? Повторите, пожалуйста, откуда вы вот этот член гидеоэнергии в Лагранжане? Где омега-1, омега-8? А мы его руками подписали, просто сказали, что он такой член есть. Да? Он S2-инвариантен, S3-неинвариантен. А раньше мы его не писали, раньше мы его как бы забыли. Да? Раньше, когда мы смотрели только на октет, да, мы его забыли написать. Потому что мы только октет смотрели, а не вместе октет и синглет. Если мы вместо октета и синглет смотрели, то мы его должны были написать. Обязаны были написать. Если мы вообще не подружаем, пишем. Вот. Так, мы его забыли там благополучно и пришли к более-менее работающим массовым формулам. Да? То есть там угол смешивания действительно маленький. Вы во второй задачке задания видите, что он синус угла в районе 0,17, что ли, где-то так, 0,18. Но вы спрашиваете, что, как же так получается? Наверное, что-то запрещается. Реально это довольно сложный вопрос, почему так получилось. Дело в том, что механизм возникновения масс, вам, наверное, Сергеевич про это уже рассказывал частично, у псевдоскалярных мезонов и у векторных мезонов он совершенно разный. Вот векторные мезоны, даже один минус мезон, да, даже в пределе, когда у вас массы кварков будут равны нулю, все равно они будут массивными. Потому что их массы они, определяются динамическим образом, да, за счет взаимодействия непертурбативного глионов внутри мезонов. И эти массы определяют характерный энергетический масштаб КХД. То есть их масса – это то же самое, что лямбда КХД для векторных мезонов. А псевдоскалярные мезоны, у них несколько другая природа их масс. Если у вас хиральный предел, вы рассматриваете хиральный предел, когда массы кварков стремятся к нулю, У, Д и С, то они являются голодстоновскими бозонами, псевдоскалярными бизонами, именно потому что они псевдоскалярные, да? Их массы будут равны строго на люфкеральном пределе. То есть их в конце семестра мы получим соотношение между массой пенизона, квадратом массы пенизона и суммой масс У и Д кварков. Мы видим, что МП в квадрате пропорционально МУ плюс МТ. Да, вот такое соотношение. То есть я что хочу сказать, что механизм придания масс для скалярных и векторных бизонов, он очень разный. Да? Поэтому ничего особо удивительного в том, что там оказался маленький угол смешивания. Нет, но, как вы понимаете, я вам ничего не объяснил. Да? Я вам рассказал, что механизм сильно разный, и все. Да, там псевдоскалярных бизонов, у них их массы привязаны к массам кварков и некоторым константам распада FP, FK, FM. Эти константы независимым образом могут слабо взаимодействия определяться. Вот. А массы ро-бизонов
Робизонов, да, там, Костаров и так далее, они имеют такую динамическую природу, и они по порядку величины это лямбда ККБ. Когда мне казалось, что в этом пределе это не ноль. Это будет не ноль. Вот сейчас мы как раз о них поговорим. Вторая задача это модель векторной доминантности. Поговорим, как эти модели формулируются, записываются амплитуды и какие предположения мы накладываем, чтобы записать амплитуду в модели векторной доминантности. Так, давайте рассмотрим один минус-минус мизоны ρ0, омега и фи. Да? Причем будем предполагать, что у нас идеально для константы на самом деле, не более того, что у нас идеальное смешивание, что фи это СНТС, омега это ОНТУ и ОНТУ плюс ДНТД на полигон. Да? Ноль, он фактор состав какой? Монтиум минус ДНТД, да? На корень из двух. Это у нас изосингулеты, изотопические сингулеты. Ноль у нас изотопический вектор. То есть здесь r равно единице, это r равно проекция равна. Проекция за спина для ромов. Ноль. И посмотрим, как устроено электромагнитное взаимодействие, то есть взаимодействие этих мизонов с фотонами. Вот. И фактически у нас есть некий фотон, в общем случае даже виртуальный, и берем кварк, антикварк нашего мизона. Это все у нас образует мизон. Да? Значит, кварк и антикварк в нашем мизоне взаимодействуют с фотоном с помощью обычного электромагнитного взаимодействия. Правильно? Значит, это взаимодействие электромагнитное, специально электромагнитное. Его можно написать так. Минус G, да, обычный заряд электронов, да, здесь будет стоять женю амин, да, где амин поле фотона, женю это ток. Электромагнитный. Вот наш электромагнитный ток на кварковом уровне мы можем написать каким образом? Пси с чертой головы пси, да? Вот. Но впереди у нас стоят еще заряды. Для двух кварков это 2/3, правильно? 2/3. Для d-кварка это минус 1/3. Для s-кварка снова минус 1/3. То есть это оператор электромагнитного тока. Давайте перепишем электромагнитный ток через изотопические токи. Через токи ρ, омега и фи мизонов. То есть через те токи, которые являются изоскалярами и изотриплетами. Что я имею в виду? Вот смотрите внимательно. Вот, например, у меня омега имеет вот такой кварковый состав. Да? Вот я пишу здесь, что ток G омега, это есть антиу гамма мин у плюс антид гамма мин d на корень из двух. Так определяю мизонный ток, да? Электромагнитный. Соответственно, живот это есть то же самое со знаком минус, да? Гамма мин у минус антид. А жифи это есть S гамма-мю S. Отсюда можно выразить наши комбинации, которые у нас здесь есть. Например, вот эта комбинация. Эта комбинация это что такое будет? Это будет полусумма омега и ро, правильно? На корень из двух. Это будет единица на корень из двух жиро плюс жи омега. Верно? Жиро плюс омега. Дальше
десь чертою гамми де, де є жіоміка мінус жирома кожного. Жіоміка мінус жиром на кожну дні. А це в точності жифі. Теперь переписываем все через ваши токи. Давайте самостоятельно делать, не перекрывайте. Если общий ток через один дается? Ну, вот этот ток электромагнитный пишем через токи жирон, жиомега и жифи. Да? А чем эти токи, эти электромагнитные токи, чем они хороши? Что они собственные операторы, собственные векторы, можно сказать, операторы изоспина, правильно? То есть по изоспину это собственное состояние изоспина, да? Это изоспин 0, это изоспин единица. Значит, при жиром мы что получили? Ничего не использовали, да, никаких положений не делали, кроме идеального смешивания, да, идеальное смешивание. Теперь начинается наша модель. Что является вообще измеряемой величиной, на самом деле, что можно на эксперименте померить? На эксперименте можно померить маточные элементы вот этого тока, электромагнитного тока или электрослабого тока, с нашими бизонами. То есть, например, вот такой маточный элемент можно считать. Жигнёв, это наш электромагнитный ток, и ромбизон. Да? Ромбизон. Исходя из исключительно размерностных соображений и лоренцной вариантности, ромбизон это векторный мизон, он в себе несет индекс μ посредством чего? Через что? Через что? Ну как я должен, как я могу построить вектор какой-то здесь? То есть чего можно построить лоренцовский вектор в правой части? У вас есть вектор поляризации в ромбизоне, правильно? Вектор поляризации в ромбизоне. Из размерности маточный элемент пропорционален массе. Маточный элемент пропорционален массе. Размерность токов у нас какая? Массовая размерность токов какая? Пси с чертой пси. Каждое поле пси несет какую размерность? 3 вторых, да? Значит, здесь будет 3. 3. 3. Одна массовая размерность уходит из нормировки ρ и остается mρ, да? Значит, константа, которая здесь стоит, ее можно написать жиро. Неизвестная константа, неизвестное число, которое здесь есть. Понятно? Еще что можно написать в правой части? Придумать какой-нибудь вектор можно? У нас же есть импульс. Конечно, есть в принципе импульс, да? То есть наш ромбизон имеет импульс P. То есть могло бы быть что-то А на P, А на P. Да? Но такого члена здесь не будет. Когда я рассматриваю электромагнитный ток, такого члена здесь не будет. Почему? Потому что электромагнитный ток у меня... Чего? Сохраняется. Да? То есть если я этот маточный элемент умножу на импульс, например, я должен получить 0.
взятие, умножение фурье, то же самое, что взятие производной, да, здесь. Если я в фурье преобразование все запишу, то взятие производной, то потому что умножение на вот этот input field, да, поскольку здесь вакуум стоит. Если бы здесь был не вакуум, то взятие производной, это было бы умножением на что? На разность вот этих импульсов, правильно? То есть вот этого члена здесь не будет, исходя из того, что я электромагнитный ток смотрю. Исходя из того, что это сохраняющийся ток. Да? То есть остается только поляризация. Но аналогичные формулы можно написать и для омега. И для фи, да? И все входящие сюда константы, вот эти константы, их можно экспериментально извлекать. Обычно их извлекают из каких-то слабых распадов. Вот, например, жиро, вот эту константу жиро можно извлечь из слабого распада, лептонного распада, у вас тау может распадаться на ро и нейтрино, да, тау лептона. То есть таких распадов их можно записать через данные маточные элементы, правда, там будут входить слабые токи, но электромагнитный ток — это часть слабого тока, да? И извлечь вот эту константу. То есть, в принципе, эти константы, которые здесь стоят, они независимые, то есть они даже не в слабых, не в сильных взаимодействиях могут быть найдены, вот эти константы, да? То есть они являются вполне наблюдаемыми величинами. Теперь в чем состоит модель некоторого номинала? Смотрите, мы говорим, что всю эту сумму я представляю в таком виде. Одно. Вот в таком виде. Я предполагаю, что ток каждого зона векторов ро, омега и фи, буквой В обозначено, да? Это есть масса его на некую универсальную константу G0, да? На поле этого зона. Вот это мое модельное предположение, модель векторной номинальности. Модельное предположение. Где В это есть ро, омега и фи. Ро, омега и фи. А? Я не сомневаюсь, квадрат — это нормально. Вот это? Это квадрат массы стоит. Квадрат массы соответствующего векторного резона. Делить на G0. G0 — это некая общая константа для всех трех резонов. Размерность V содержится. Размерность V векторного поля — это единичка. Да? Единичка, и вот еще две размерности. Правильно? Всего тройка будет. Будет тройка. В чем сила этого предположения? Что у меня же ноль как бы общая для всех трех резонов, правильно? Для всех трех резонов. А из чего вся, мы это выводим? Вся зависимость, а? Из чего мы это выводим? Что же ноль общее? Фактически мы это ни из чего не выводим. Это наше некое модельное предположение, которое мы руками закладываем сюда. Да? Руками мы сюда заложили. И что мы получим в этом случае? Вот смотрите, я подставляю это сюда и переписываю ответ в таком виде. Сумма по моим векторным резонам ро, омега и фи. А здесь я напишу так. Нв в квадрате на жв в мин. Где? Например, единица на жиро. Жиро. Это ведь что такое? После подстановки этого выражения. Это единица на жиноль. И здесь сейчас взял корень из них. Правильно? Единица на жи омега. Это есть жиноль, который я подставлял, да? Жиноль и три корня из двух. Единица на жифи, это есть жиноль
на минус 1 треть. Правильно? То есть одно общее, а вот эти корни из двух, да, и тройки я обозначил в новой константы жиро, жиномика, жифи. Ну, просто переопределение, да? Здесь много переопределений, я уже извиняюсь, что так это все происходит, но так принято делаться. То есть что мы отсюда видим? То есть опять же, это наше модельное предположение, что единица на жиро относится к единице на жиомега, единице на жифи, так же как единица на корень из двух относится к трем корням из двух, относится к минус одной трети. Значит, еще раз подчеркиваю, это мы не вывели, здесь нет никакого вывода, здесь есть такое модельное предположение. Ну это, наверное, не модельное предположение, а просто переобозначение как бы. Нет, здесь большой смысл, ну большой, конечно, но здесь дополнительная информация введена сюда, да? Что вы не три разных константы вводите для трех токов, да? А говорите, что вся разница между векторными и зонами будет состоять только в их массах. Ну понятно. Только в их массах, да? Остальное по размерности пишет, что если масса квадрата здесь b, да, то b будет размерности 3, да? А в ноле общее. Согласитесь, это вполне разумно, если вы предполагаете, что у вас основную массу для вашего мизона создает сильное взаимодействие, глюоны, да, которые там бегают, они создают основную массу, и их отличие только в массах, а электромагниты, они взаимодействуют одинаково, да? То есть, в принципе, это правдоподобно, да? Достаточно правдоподобно. Вот. С одной стороны, с другой стороны, вы понимаете, что здесь разумно поставить одно поле вашего мизона, а не какой-то сложный оператор. Почему? Потому что, если вы теперь возьмете вот этот ток, да, и вы будете брать от него маточные элементы, то вы будете получать в точности то, что здесь запараметризовано. Да? Прямо вот это и будете получать. Да? Одна масса уходит из нормировки вашего мизона, да, из вектора в мю, после того, как он у вас спарится с этим состоянием, возникнет его вектор-поляризация. Правильно? То есть вот такое, или вот такое модельное предположение, оно вполне оправдано вот этими формулами, да? Вполне правдоподобно. Отлично, значит, если вы это съели, то наше взаимодействие приобретает такой вид. А минус Е, А ню, а здесь сумма по векторным мизонам на векторным мизонам в квадрате на ЖБ и поле этого векторного региона. Поле, да? Вот теперь давайте рассмотрим некий процесс. Некий процесс. Процесс. Например, и плюс, и минус у нас рождает некую адронную систему X, конечно, адронную. Если по квантовым числам у нас вот эта система X идет через однофотонный канал, то есть мы можем представить себе, что у нас есть виртуальный фотон, который из E плюс E минус, да, перешел в конечную систему X. Тогда вот этот маточный элемент, ну, скажем, вот этот маточный элемент, мы можем параметризовать следующим образом. Мы можем сказать, что у нас есть электромагнитное взаимодействие фотона с нашими векторными зонами, и есть еще сильное взаимодействие. Сильное взаимодействие, я так обозначу, то есть некая константа G, наше поле векторного резона, а здесь
некий ток конечной системы X. То есть какой-то сложный оператор, который ответственен за возникновение вот этой конечной системы X. Да? А наш полный лагранжиан – это есть сумма электромагнитного и сильного взаимодействия. Да? То есть полное взаимодействие – сумма вот этих двух членов. Вот не смущает, что я одно и то же, как V обозначает, да? Это как бы гамильтониан взаимодействия, да, это поле электромагнитона, да? А вот это составной какой-то оператор сложный, отвечающий конечному состоянию, да? То есть мы можем представлять наш процесс как переход фотона, да? Переход векторный мезон за счет электромагнитного взаимодействия. А здесь мы переходим в конечную систему X за счет сильного взаимодействия. Да? То есть за счет вот этой части гамильтониана. Система X — это дронный крик. Да, дронная система. Дронная система. А вот это фактически некий эффективный лагранжиан для перехода в X. Да? Так записано. Тогда какой маточный элемент должен быть? Маточный элемент фотона в конечную систему X. Что это такое фотон? Это есть как обычный там средний по вакууму, да? Средний по вакууму. Средний по вакууму. У нас в конечном состоянии система X. Здесь у нас пропорционально. Здесь у нас ТС-матрица. То есть Т-экспонента, который стоит И, здесь В электромагнитная, В сильная. Вначале наш фотон. Пропорционально, потому что вы помните, там всякие коэффициенты пропорциональности, 2,4 дельта-функция и корни из энергии, да? Здесь это маточный элемент S-матрицы, и это просто маточный элемент. То есть наш маточный элемент возникнет тогда во втором порядке теории возмущений, когда я из экспоненты один раз пущу вот этот оператор, а другой раз пущу вот этот оператор. Да? Почему? Потому что вот эта вершина у меня, она вершина первого порядка, да? То есть один раз на этот оператор пустить. Вот эта вершина записано таким образом, это тоже вершина первого порядка, да? А поля V у меня дадут мне что, когда спарятся на первом порядке введения? Ты один раз отсюда экспонент разложил для первого члена, один раз отсюда. Ну, почему как квадрат? Пропагатор, да? Пропагатор. То есть X и равные, да? Здесь один и здесь другой. То есть мой маточный элемент запишется таким образом. Переход фотона в векторный мезон. Он описывается таким лагранжианом. То есть это будет минус и е, да, заряд электрона МВ квадрате на ЖВ. А мне перейдет вектор поляризации фотона. Я вот эту вершину написал. Дальше пошел пропагатор, который по индексу μ замыкается, да, на вектор поляризации. То есть здесь стоит k в квадрате, минус mv в квадрате, плюс и МВ гамма В. Да? Здесь пропагатор векторного горизонта. Минус И на Ж меню минус К мю К мю на МВ в квадрате. Да? И по индексу ню я должен свернуть с моей системой X, правильно? Да? С маточным элементом в данной штуке. То есть умножить на И маточный элемент с индексом ν перехода в x. То есть вот это сильный маточный элемент. Да? То есть это маточный элемент, который описывается вот этим взаимодействием. Да? То есть вот таким образом я могу записать
этот матричный элемент переходит виртуального фотона в конечную адронную систему X. Да? При этом я могу использовать еще следующее предположение для получения конкретных выражений, что вот эту константу G я считаю не зависящей от втекающего сюда U-сорта. То есть я беру вот этот матричный элемент, в нем константы я беру при k квадрат равным mv квадрат. Да? Берут на массовой поверхности. Это некое дополнительное тоже предположение, которое я вкладываю в модель векторной доминантности. И по всем промежуткам... Так же, как мы в мегафотонном делали. По всем векторным векторам промежуточным суммируем. Фактически это полюсное движение, да? По-моему, мы так делали где-то в мегафотонном или в методе эквивалентных фотонов. Ну, когда я полагаю квадрат импульса равен квадрату массе, то я имею в виду следующее, что я могу все вот эти константы извлекать независимым образом из других экспериментов, правильно? Из каких-то сильных распадов. То есть все вот эти константы я могу извлечь из других экспериментов, а потом подставить сюда. Да? Но это я могу делать только в таком предположении. То есть предположение, что вот эти константы, они не являются функциями от k, да? Что это не форм-факторы никакие, а просто константы. Да? Где-то это хорошо работает, где-то это может плохо работать. Но это некое, значит, предположение, что мы тоже, вот в модели электродинамики, мы тоже ее должны закладывать. Да? Вот я практически перечислил все предположения, которые мы сюда закладываем. Сейчас давайте решим пару задачек. Можно? Да, предположение, что у нас идет взаимодействие, что он через вектор на низон, он на чем была основана? Если у нас есть плюс через один фотон, это тележит. Фактически на том, что у вас квантовые числа фотона и квантовые числа вот этих векторных низонов, ρ, омега, фи, а если вы двигаетесь выше по массе, то там будет и ρ', да? Про два штриха и так далее. И пси там, да, пси и так далее. Что их квантовые числа совпадают с квантовыми числами вот этого фотона. То есть вот эта параметризация, это в каком-то смысле оправдана тем, что квантовые числа у них общие. С одной стороны, с другой стороны, вы имеете целый набор распадов этих векторных резонов в адронные системы, их независимо можете измерять. То есть, чтобы связать два вот этих, сущности, мы можем построить вот такую модель, в которой у вас происходит переход фотона в векторный нейтрон. Да? Фотон в векторный нейтрон. Еще такой момент. Вот обратите внимание, я здесь пишу гамма от V, да? То есть шириной, векторный нейтрон пишу шириной. Вообще говоря, вот этот пропагатор, функция Грина вашего векторного нейтрона, у вас есть векторный нейтрон, да? Здесь всевозможные взаимодействия, здесь снова векторный нейтрон. Эта функция Грин, она в себе содержит и минимум часть тоже. Да? То есть вот эта ширина, она является функцией импульса втекающего пропагатора. В общем случае, да? Если у вас это не точечная частица, ваш нейтрон, то есть он может распадаться на что-то, то это сложная функция от импульса, которую обычно люди не знают. Она обычно плохо известна. Известно только, что у вас эта ширина, она связана с мнимой общее соображение, которое, что вот эта ширина векторного резона, она будет связана с мнимой частью вот этой функции Грина. Давайте я ее буквой P обозначу. P от K — это функция Грина моего векторного резона. Индексы напишу. Да? Есть индекс μ, есть индекс μ. Да? Факт в том, что вот эта ширина, которую я пишу, вообще говоря, это функция от импульса. Да? Про нее мы только знаем, что на массовой поверхности она есть обычная полная ширина распада векторного нейтрона во всех конечных состояниях. На эксперименте часто делают, когда пытаются параметризовать этот матричный элемент, говорят, что пусть я буду писать выражение для ширины,
векторного мезона. Исходя из того, что масса у него не m в квадрате, а k в квадрате. И говорят, что это будет моей зависимостью от импульса. Да? То есть такой аппроксимацией пользуются. Но вообще-то, из первых принципов, если исходить, то нужно по-хорошему считать функцию грина для вашего векторного мезона. Да? И брать ее в нимую часть. И нимая часть вам даст в точности как раз зависимость ширины от импульса. Какой вопрос был? Есть вам вопрос? А имеет здесь смысл что-то делать из первых принципов, раз это все равно феноменологическая модель? Вот если я говорю про пропагатор, про функцию грина векторного мезона, то он, наверное, имеет. Давайте про это чуть позже поговорим. Мы, возможно, с вами на семинарах по правилам сум тоже будем говорить, если время останется. Да? И там я еще несколько слов расскажу про все эти пропагаторы. Третья задача. Давайте немножко пытаемся все это применить на практике, посмотреть, как это работает. Связь жиро, да, то есть константы, которые входят в модель векторной доминантности, и константы G-ρp. Мы на втором семинаре рассматривали распад ρ0 и плюс и минус, правильно? И там возникала константа G-ρp. Как они связаны между собой? Жировое, жировое, как связано? Ответ какой? Сейчас мы идем. А где вы его найдете? Пусть я часом, наверное, у вас такой будет, да? Скорее всего. Ответ такой, что они равны. То есть в модели электронной доминантности у нас жиро равно жиро. Да? А вот давайте это сейчас и продемонстрируем. Прежде чем начнем демонстрировать, тут кого-то из вас доски вызову, сначала вспомню, что у нас было с вами. Значит, у нас было в электродинамике еще. Электродинамике на лекции. Когда мы рассматривали столярную электродинамику, рождение плюс и минус, да, из виртуального гамма-кванта. Ну, скажем, не плюс, не минус, и плюс, и минус. Да, такую реакцию рассмотрели. Мы говорили, что матричный элемент минус. Ну какой? Минус Е, да? Какой? Если здесь минус, то плюс, а здесь минус, то минус. А здесь вектор поляризации Е минус. А плюс. Дальше что? Какой знак я должен поставить здесь? Минус. Если я плюс поставлю, я ноль получу. Это же полный импульс был фактом, да? Вот. На этом моя история закончилась. Если бы у меня мезон был точечный, да? Да. А хоть скоро он не точечный, то здесь стоит форм-фактор мезона, который зависит от... Допустим, это значит k равно минус, да? Который зависит от k в квадрате, да? K в квадрате. Вот. То есть это мы из электродинамики с вами знаем. И вот этот форм-фактор, он какой смысл имеет в канале рассеяния? Если я в канал рассеяния приду, например, и минус рассеивается у меня на внешнем поле, да? У. Да, здесь течет У, тогда форм-фактор У квадрат, хорошо. Минус У квадрат. Что это фурьер?
Фурье от распределения заряда, да, совершенно верно. Фурье от распределения заряда. И если я теперь устремлю U квадрат к нулю, то есть буду очень издалека рассеивать мои обильные зоны на удобном заряде, да, то какое распределение заряда я увижу? Точечное. Да, я его могу уже при больших расстояниях, при малых, посчитать точечным, да? А точечный, значит, я увижу полный заряд. Какой? Единица, да? Не просто единица, это единица, да? Хорошо. Так. Это было в электродинамике вам. Да, теперь, что мы уже считали там, на втором семинаре? Мы процесс РОП и плюс пи минус, да, рассматривали. РОП и плюс пи минус. И для него тоже написали РОП и плюс пи минус. Плюс пи минус. Для него тоже написали амплитуду, верно? То есть мы написали прямо там эффективный вокруг Жоан, да? Он освобождал от изотопической правильной структуры, изотопической скалярной, лоренцевской правильной структуры. И из него написали амплитуду и нашли ширину Киева. Да? Минус и же ворот и пи. А здесь было плюс, плюс, минус и минус. Точно так же, да, все. На вектор поляризации ровно зону. Правильно? Такой был. Лагранжан эффективный был, да, поле аромизона, свернутое с производными от одного поля аромизона, второе без производных. Правильно? Такой эффективный Лагранжан. И мы нашли ширину там. Уже вот видим. Чума была. Поищите чумрода и занимаемся. Ага. Уже рог пути в квадрате. Размеры, да? Умножить на МРО на 48 пи, да? Да, еще есть коэффициенты. Есть коэффициенты, которые фактически равны единице, да? И пи на МРО в квадрате степени 300, правильно? Да. Такой коэффициент, который есть приблизительно единица. С хорошей. С хорошей точностью. Вот. Ну вот и давайте попробуем с вами теперь связать эти два распада, связать между собой. Давайте в доспехе уделите. Пожалуйста, Сергей, выйдите. И попробуем записать амплитуду вот этого распада в модели векторной динамики. Будем пишить. Получается M. Еще раз напишите и m, ну вот тут вообще не равно, да, чтобы и за то, что мы считаем. Гамма сделали через плюс минус. Угу. И запишем его в модели векторной доминантности. У нас это получается, если мы в модели векторной доминантности пишем. Картинку нарисуйте, как да, у нас получается, соответственно, есть гамма со звездочкой наша. Вот, оно переходит в векторный зон. Вот, в. И значит, соответственно, у нас распадается на пи плюс и минус. Угу. То есть, допустим, пи минус, пи плюс. Какой векторный мизон здесь может быть? По модели электродинамики у вас может быть ρ, омега и фи, правильно? Да. Здесь какой будет из них? Ну, казалось бы, ρ должен быть. Ну, плохой состав. А омега и фи чем плохи? Потому что у них подробно. Во-первых, и момента, потому что там нет СНТС в конечном состоянии. Ну что, проанигрировали СНТС и родили полизон? Вот если мы говорим, что вот эта вершина сильная вершина, да, то в принципе к ней можно применять
всю феноменологию сильных распадов. Например, можно использовать сохранение жечетности, да, с точностью изоспиновой симметрии, у нас жечетность сохраняется, верно? Жечетность у омега и фи чему равна? Жечетность омега и фи. Омега, она же будет же фи. Помните, это есть С-четность, их минус единица в данном случае, на минус единицу в степени изоспина. Да? Изоспин у них чему равен? Изоспин. Нулю. Нулю. Сегодня три раза мы писали. Нулю. То есть у них G-четность, у них минус единица равна. Да? А у пимезонов G-четность какая? Тоже минус единица. Тоже минус единица, да? А G-четность ро? Это и есть С-четность, то есть минус единица, на минус единицу в степени изоспин. Изоспин у него единица, да, то есть получаем плюс единицу. Да? То есть видим, что по G-четности распад омега и фи в два пимезона запрещен, правильно? То есть здесь мы можем феноменологию сильных распадов использовать. То есть V может быть равен только ρ, пишите, что V равно ρ. Правильно? Угу. Вот и пишем этот матричный элемент по аналогии с нашей главной формулой и аналогичной элементности. Вот у нас получается, что это должно быть так, там у нас было m квадрат ρ, на g ρ, вот, соответственно, на... Вот здесь, в этой вершине... У нас электромагнитная вершина. Нет, ну, минус и e. Минус и e, да. Вот, и... Еще у нас получается поле уже должно быть. Полей еще нет, мы уже маточный элемент пишем. А, все. То есть здесь будет от полей что останется? Здесь, ну, вектор по так. Вектор. Вот от поля А ню, да, в электромагнитной вершине останется вектор поляризации. Давайте мы пишем. У нас получается Е ню. Фотон. Гамма. Гамма. Ну, по скорости, чтобы чуть-чуть это индекса. Вот. А дальше, соответственно, для пимезона. Нет, дальше у нас... А, ну пропагандатор. Пропагандатор, да. Пропагандатор. Электромагнитная вершина, одно поле В, и сильная вершина, и одно поле В, они, будучи объединены Т-произведением, дали пропагандатор, да? Потом в один индекс μ, а другой индекс вернется с сильной вершиной. У нас получается, если мы вот этот импульс обозначим как-нибудь за К, например... Пишите К. К. У нас здесь должно быть как квадрат. Как квадрат. Минус, получается, МРО квадрат. МРО квадрат. Плюс И РО на гамма РО. На гамма РО. Который тоже от функции от К квадрата. Да. Тоже это подчеркнем. Хотя это для нас довольно печально, потому что мы плохо знаем, что это такое. Ну, все-таки подчеркнем. Да. Ну и... Числители что было? В числителе мы должны написать минус и. Вот. И здесь дальше мы должны. Вот здесь пишите. Ага. Здесь мы должны написать вот для вот этой вершины. Не-не-не. У вас еще в числителе пропагатора векторного мизона стоит конструктор. Нет, ну это понятно. Это, соответственно, G меню. G меню. Вот. Минус K мю. К мю. Это квадрат. Не, не это в квадрате. На МРО в квадрате. А, ну да, понятно. К сожалению, у векторного мизона пропагатор поганый. Здесь стоит масса, его масса в квадрате, да? Чем он плох? В ультрафиолете, когда К очень большой, у вас пропагатор плохо себя ведет, да? То есть обычная теория, где у вас есть обычный просто векторный мизон, без всякого спонтанного нарушения, без всего, да? То есть масса возникла, руками вы написали у вас, непреднормируемая теория с векторным мизоном. Именно из-за того, что пропагатор плохо себя ведет. Да? То есть векторного мизона здесь стоит масса векторного мизона. Да? Хорошо. Когда мы придумали хиггсовский механизм, то я все это знаю. Что говорите? Поэтому мы придумали хиггсовский механизм там для Z-бозона. Ну не то чтобы поэтому. Мотивация была, может, несколько другая, но факт тот, что теория все равно оказалась перенормирована. Да? Вот теория, где есть механизм Хиггса, там все равно возникнет такой пропагатор, да, у вас. Но, тем не менее, можно показать, что в ультрафиолете поведение будет такое, как надо. Да? То есть все расходимости сократятся.
от этих топографов идущих. За счет скалярных полей, я помню, не свободы, да? Теперь пишем вершину, сильную вершину. Где ну, сильная вершина, вот она у вас написана, да? Фактически наш, видите сюда, вот наш ромбизон, вот это поле, оно ушло в пропагатор, правильно? В пропагатор. Вот в числителе пропагатора что стоит такое? Это есть сумма по поляризациям. Ну, то есть там вот это вот. По поляризациям ромбизона, конечно. То есть здесь мы пишем всю вот эту вот. Здесь этот коэффициент. То есть у нас еще минус. Да. И здесь мы, еще раз подчеркиваю, сразу вносим модельное предположение, что наше g от b не является функцией от этого квадрата. То есть что оно никакой не фор-фактор, а просто константа. Это некое, вообще говоря, сильное модельное предположение, которое может оказаться неверным. Нет, индекс давайте правильно писать. Понятно, сейчас. Мюн у нас там сворачивается, соответственно, ну, по-хорошему, мы здесь верхние индексы были должны писать. Меню. И здесь ню с нижним индексом. Здесь ню с нижним, да. Ню с нижним, да, вот так. Где k, это что такое? Это сумма по плюс минус, правильно? K, это сумма по плюс минус. Отлично. Теперь мы можем сравнить вот весь этот агрегат. С выражением реформ-фактора. С выражением реформ-фактора, да. То есть пишем, чему реформ-фактор равен. Да, тогда тут садовый. Вот это лучше не стирать, я просто здесь чуть-чуть. Там, значит, там мы будем эффективировать. Я даже не писал. Сейчас у нас получается... Станислав, ты лучше, если я ружье... Давайте выделим тогда умножитель, который у нас здесь есть, сразу будут просто формулы. Значит, у нас минус Е есть. Вот, минус Е есть. Значит, для гаммы у нас это есть. Вот это вот есть. И вот эта вот разность, но она у нас с μ, мы там индексы, допустим, поменяем. И дело в том, что это разность. Подождите секунду, подождите, поторопитесь. Вот, во-первых, связка с камью, что нам даст? Как-то сумма, плюс минус. Свертка, в смысле... Ну вот у вас по индексу μ, здесь идет свертка. Камью сворачивается с плюс минус по минус μ. Ну, мы это есть. Это будет ноль. То есть вот эти члены для нас вообще не существуют. Ну, да, ноль вообще мало. Ага. А для меню нам делает индекс ню равным индексу ню. Да. Да, как и надо. Поэтому сразу пишем выражение для нашего форм-фактора. Так, тогда у нас получается f от. То есть модель электромагнитности позволила нам написать выражение для форм-фактора. Получается равно m ρ квадрат g ρ. Вот, значит, пропагатор, значит, здесь минус и здесь минус и. Минус единица получится. Угу. Можете его знаменательно. Минус и минус здесь это еще хорошо. Минус. Так квадрат минус m ро квадрат плюс и m ро гамма ро к квадрат. Угу. Единичка. И здесь вот, вот это вот g. Да, это g. Вот это все ушло сюда. Да, осталось g. Да, вот g ро кипит. Вот такое выражение получили, правильно? Для нашего форм-фактора, что вы видите. Ну да, проективизорский форм-фактор. Ну, если у вас вот эта штука константа, да? А если она у вас произвольная функция, то здесь стоит произвольная функция, как вы понимаете, да? Хорошо. Какая у нас еще есть информация про этот форм-фактор? То, что у него предел такой должен быть. Да, вот такой предел. То есть мы можем перейти из области аннигиляции, да, сделать аналитическое продолжение, предположив, что вот эта функция является аналитической функцией, да, то есть это тоже некое предположение сюда относится, в область рассеяния, и там устремить наш k квадрат к нулю. Правильно? Ну вот давайте это и сделаем. Ну и все. Тогда если мы хотим из области аннигиляции в область... Все. Ну, давайте пишите. Пишем fp от минус q квадратик и q квадратик стремящимся к нулю. Мы считаем регулярным. А вот она не маленькая это будет. А регулярная? Да. Даже регулярная. Значит, куда это все стремится, да? Угу.
Вот, ну и теперь мы должны, соответственно, вот здесь предел. Ну, квадрат мы считаем вот такой записи положительной, я специально ставил. Угу. Вот так вот, да? Ну и что мы видим? Значит, если q квадрат у меня 0, то здесь остается масса плюс вот эта ширина, да. Да, которую нам всю жизнь просит. Но смотрите, как я уже говорил, что ширина, как функция k квадрата, она определяется через минимумную часть соответствующей функции Грина, правильно? Через минимумную часть. У вас есть функция Грина, есть у нее минимумная часть, я вот так вот пишу. Я думаю, это уже знакомо, да, такое выражение для минимумной части. Теперь, если я вот этот импульс устремляю к нулю, k квадрат, стремлюсь к нулю, да, то рано или поздно я пройду тот порог, когда здесь могут рождаться реальные частицы, правильно? Да. А это значит, что минимумная часть... Ну, если у нас реальные частицы могут рождаться, то здесь реальные частицы больше рождаться. Минимумная часть равна нулю. Если они могут рождаться, то минимумная часть, наоборот, появляется. Да. Да? То есть как раз минимумная часть — это есть произведение вот таких амплитуд, где вот эти частицы на массовой поверхности, правильно? Да. По соотношению ветвидальности. Значит, при стремлении к квадрату нулю, рано или поздно, я уткнусь в порог, да? Если у меня здесь безмассовых частиц не рождается из ровных зон, из эксперимента я знаю, что из него ничего не рождается, да? То я дойду до порога, и ниже порога у меня будет это ноль, минимумная часть будет нулю равна, правильно? Поэтому я, в общем-то, знаю, что эта ширина при стремлении вот этого импульса к нулю, она равна нулю. Но, правда, это стремление происходит с другой стороны, с положительной оси, да? Вот у меня ноль. Когда я отсюда двигаюсь, у меня получается 0, да? В общем-то, никто мне не сказал, что я тогда отсюда буду двигаться, тоже буду 0 получать. По самом деле, да? Но мы можем все-таки предположить, что действительно в нуле наша вот эта функция аналитическая не имеет там существенных особых точек, да? Точек ответвления, что у нас вот эта ширина тоже будет стремиться к нулю, да? Это достаточно правдоподобно, по крайней мере, если вы сказали, что в этой точке сделали предположение, что оно аналитично, да? Тогда и соотношением ветвидальности вы можете двигаться справа и увидеть, что в какой-то момент минимумная часть должна исчезнуть по соотношению ветвидальности, да? Нет, ну тогда это надо будет просто отношение константа. Тогда это просто отношение константа. Жиро. Жиро. А с другой стороны, это одно единица, правильно? Да. Это равно единице, потому что мы видим. Ну и отсюда мы, соответственно, делаем вывод, что они равны. Да, конечно. И насколько они равны. И более того, мы это предсказание по перебегам двумятности можем, в принципе, проверить. Да? Потому что мы могли бы написать, чего равен распад в ров и плюс и минус. Вот такую ширину посчитать. Да? Угу. Такую ширину посчитать. Как мы считаем? Модель векторной доминантности. Вот просто вершина модели векторной доминантности, а здесь обычная ветродинамика, правильно? Вам в качестве домашнего задания получить выражение для ширины этого распада. Ширина. Оно получится вот такое. В пренебрежении массами электронов, потому что масса рамизона она большая, здесь будет 4 третьих. МРО по размерности, да, это должна быть масса, да, наша ширина. А здесь стоит альфа делить на ЖРО в квадрате. Вот такое выражение. Верно, в этой вершине у меня стоит заряд, да, по модулю в квадрате, это будет альфа. Великая жиро в квадрате. Экспериментально, это есть там 4,5 на 10 минус 5, по-моему, бранчинг на ширину ромизона. Ширина ромизона такая. Порядка стола. Ну, скорее 150 вот, да? 150 мов. 150 мов. Отсюда можем независимо извлечь, чему равна жиро. Да? Это будет примерно 5.05. Вам в качестве домашнего задания потренироваться еще раз модели некоторой доминантности, просто вершину написать, а здесь обычная ветродинамика будет, правильно? Здесь пропагатор фотона,
А здесь динамическая вершина, да, стоит? Плюс минус. И можно увидеть, что действительно широкий пи, да, который мы можем извлечь с другой стороны из ширины вот этого распада. Да? И эту ширину мы экспериментально знаем. Чего норма? Почти 100% бранчинг равен для роста пи. Да? То есть это почти с точностью есть полная ширина О, то есть 150. То есть отсюда мы можем найти жиро пипи, да? И увидеть, что действительно пятерка получится. Ро пипи равно пятерке такой же точностью. То есть это соотношение, оно очень неплохо, неплохо работает. Вопросы есть? Давайте последнюю задачку решим и на этом сегодня закончим. Последняя задачка найти отношение двух ширин. Так, ширины рост пи гамма к ширине омега пи гамма. У вас отношение есть в том числе в первой задаче двухчастных, поэтому частичную задачу двухчастных. У нас есть два процесса. О, гамма-план, да? И это первый процесс, а второй омикрос. Гамма-план. И гамма-план. Понятно, что эти два процесса они совершенно одинаковые, поэтому нам достаточно написать выражение для ширины роста гамма, а для омикроса мы получим сразу замены соотношения. Вот пишем это соотношение по пишем выражение для амплитуды по модели электромагнитности. Да? То есть мы что должны представить? Мы должны разнести вот эту вершину на сильную вершину и вершину перехода векторного мезона в фотон, правильно? То есть это будет. Давайте, Николай, видите? Мы нарисуем, что это картина будет. Так, это стерли, да? Ну ладно, стерлится. То есть мы должны закарактеризовать наш переход, переход в векторный мезон, а векторный мезон потом переходит в фотон. Да? То есть вместо фотона мы просто пишем векторный мезон. То есть, говоря, то есть ро, да, у нас? Он как бы вот так. Ага. Вектор, потом. Да, да. А верхнюю вершину мы напишем для нее эффективного лагранжана. Да? То есть то, какие. Просто как бы из основных соображений. Ну тоже, в принципе, может быть произвольно практически. Значит, что здесь может быть? В, что может быть? Так, ну можно посмотреть, то есть у нас здесь ро это 1. Ро может быть? Ну только 0 может. А нет, наоборот, то только омега и фи. Только омега и фи может. А он не может по учетности быть, правильно? Омега и фи. Да? Вот теперь давайте себе сразу на этом этапе упростим немножко жизнь. Сказав следующее, что вершина ро омега пи, константа, точнее, перехода ро омега пи, много больше, чем константа ро фи пи. Ро фи пи. Это на самом деле некий дополнительный экспериментальный факт, то есть это экспериментальный факт. Экспериментальный факт. Который я сейчас изучим так называемого правила Цвейга. Результация правила Цвейга. Оно говорит, что процессы с аннигиляцией тяжелых кваков, в данном случае у меня фи-мезон это SNTS, да? В сравнении с UD это тяжелый квак.
процессы вентиляции тяжелых планков, они будут подавлены по сравнению с процессами вентиляции легких планков. То есть, чтобы у вас ро и фи перешло в фи мезон, да, у вас фи кварки, у вас СНТС должен, наоборот, лучше смотреть, скажем, фи переходит в ро пи, да. У вас в фи мезоне СНТС должны пронивелировать, правильно? То есть тяжелые кварки должны пронивелировать, и правило Цвиги говорит, что вот эта вершина, она будет, эта константа будет много, вот эта константа много меньше, чем константа, если у вас здесь стоит омега. Да? Можно это экспериментально наблюсти. Давайте решим задачу, в конце скажу, как это экспериментально увидеть можно. То есть пока говорю, что здесь в силу правила Цвига у меня только омега. Да? Омега. Переход омега в гамму мы знаем, правильно? Вершину мы знаем, как она устроена. Надо написать вот эту вершину. То есть эффективный лагранжан для перехода на электронную клавишу. Так, ну а тут, кстати, получается, будет по сути та же вершина, если то есть писать вариант. Потому что тут может только тройка идти по отчетности. Вот. Здесь та же вершина будет, но здесь вообще все то же самое будет. Ну, да. Здесь здесь может быть либо ро, либо фи опять же, да? Но фи здесь не будет по... Там четкость. Нет, это по правилу Цвейга. Но оно здесь будет, но вклад фи будет маленький, да? Как мы увидим сейчас. То есть мы сделаем такое предположение, да? Его в конце задачи проверим, что предположение действительно разумное. Пишем эффективный лагранжан для перехода двух векторных мезонов в пи-мезон. То есть будет же ро омега пи, да? Какая здесь структура будет? Нужно прямо вот эффективный лагранжан написать. У вас есть два векторных поля, одно псевдоскалярное поле. Так, ну тут будет два векторных, это, соответственно, будет две массы. А у них индексы есть, как он? Да. Есть поле псевдоскалярного мезона, тоже его можно сразу написать. Поле пи, да. Из этого нужно сделать лоренцовский скаляр. Так, как нужно сделать? Во, пример так. Ну-ка остановитесь на секунду. А? Какой гамма 5? У вас спиноров здесь не будет. Чем плохо? Это будет. Ничем не плохо. Хороший лагранжан, но он P не сохраняет, да? P не сохраняющего лагранжана. Потому что у вас P это псевдоскалярное поле. А. То есть эта штука будет менять знак при P преобразовании. Да? При преобразовании. А мы все-таки хотим построить эффективный лагранжан, который описывает наше сильное взаимодействие, которое мы как экспериментально знаем, P сохраняем. Поэтому давайте попробуем. Да, отражать неплох, да? Но нам, не, но нам сейчас не очень интересно. Попробуй добавить две производные и сравнить с эпсилоном. Да, да. То есть можно добавить две производные, например, одну сюда. Вот, смотрите, пишите все аккуратно. Да, можно действительно добавить две производные. Дебальто какой-то, да. Угу. Чтобы не путать, что это не пишите в скобочках. Тогда понятно, что это не ложно со стороны дебальто. Эпсилон, очень уже не пишу. Угу. Да, действительно. То есть можно построить вот такой вот, такой оператор, да, будет истинным скаляром за счет того, что у вас есть псевдоскаляр P и тезер эпсилон, как у себя. Это преобразование, да. Тоже будет, будет он тензор, но он будет уничтожать всех довольствий этого поля. Да? Это же, кстати, можно переписать, смотрите, как хотите. Поскольку по мю-ню у вас симметричный тензор, антисимметричный тензор, да? Я могу антисимметризовать и написать это как просто для красоты я делаю сейчас. Но он не копит, разбил на 4, а здесь напишу пи.
тензор напряженности ионизованного поля, тензор напряженности омега бизона и эпсилона. То есть могли бы сразу пытаться конструировать тензор напряженности. Напоминаю, что когда у нас участвуют фотоны в нашей задаче, то когда нам пишут эффективные лагранжаны, мы должны сразу их строить, исходя из тензора напряженности. Тензор напряженности — это калибровочный вариант. Для векторных нейтронов массивных у нас калибровочной вариантности нет, но здесь так получилось, что тоже через это все написать. Да? Вот наш замечательный такой лагранжан, эффективный, да? Ну, давайте маточный элемент писать. Пишем маточный элемент. Готов к процессу. Сначала вот эта вершина будет, да? Импульс вырастаем. Импульс сами зала как обозначит. Потом К, да? Зала не будет. Пишем вот эту вершину. А производные во что перейдет? В импульсы, да? А векторы поля... В поляризации. В поляризации. Либо в поляризации, если они в начале и в конце, либо в пропагатор идут, правильно? Если это омегализон, то есть вот это поле идет в пропагатор, да? А, пишем. Да. Будет минус И, я погружаю, спустится на константу, из разложения экспонента, да, минус И спустится. Так, это у нас будет... Нет, если я здесь написал плюс, то здесь плюс. Не плюс. Так. Здесь будет P минус, да? Дальше. Ну, строго говоря, и производная переходит в минус, да? И производная. Ну, для нас не очень сейчас важно. Да, это хорошо. А вот это поле В, оно даст не вектор поляризации, а вот идет пропагатор. Да? Вот пишем пропагатор, у которого один индекс замыкается на бета. Пишем пропагатор омегализона. Так, в смысле. Понял. То есть с одним индексом собрал. У него один индекс был вот этот, да? А второй индекс его вектор. Вот электрополяризации фотона будет, да? То есть мне нужно спектр получается. Ну, или так я потом то, что. Ну, последовательно пишите, что у вас возникает. Вот конечно пропагатор, да? То есть по индексу бета у вас будет пропагатор, G это у бета. Так, это у нас бета и. И какой еще индекс? Каппа, да. Так, и там. Нейроны на самом деле здесь, да? А это даже хорошо, что у нас там омега, потому что ширина омега бизона гораздо меньше, чем у ромбизона. То есть вот здесь уж пренебрегать этой шириной одно удовольствие, да? То есть точно здесь большая. Давайте аккуратно писать. Пропагаторы... Ну, пусть будет сверху, но у пропагатора здесь еще есть член. И минус и еще есть вообще. Да, минус. Получается минус и. Минус и вообще. Да. К. Да, как раз вот этот член, который ультрафиолетовый себя плохо идет, да? Так, вот тут у меня каппа, да. Теперь пишем вот эту вершину, да? Эта вершина как устроена? Это есть вектор поляризации конечного фотона. Вот он здесь как раз и конечный, то звездочка будет, да? И на то, что в этой вершине стоит. Что здесь стоит? Импульс. Почему импульс? Это вершина векторной доминантности. Да. То есть что там было? Минус и, масса в квадрате, делить на константу. Переход векторного бизона в фотон, да? Это минус и, омега в квадрате, делить на g омега. Все. На вектор поляризации фотона. То есть вот эта штука вся, да? Это... А, еще эпсилон. Эпсилон, да. Так, где там снизу были стены? Угу. Внизу. Вот. Альфа, брат, упал. А, про эти члены что можно сказать?
конденсат есть. Ага. Вот с этих айдей. С чем? Ну, да, поляризация фотона, во-вторых, по-другому у них субетта видно, что с эпсилоном будет сокращаться. Потому что у вас здесь кайф, а здесь субетта, а здесь эпсилон будет субетта, да? Да? Поэтому даже если фотон не как-то виртуальный был, тоже понадобится. То есть вот эти члены пропагаты ребят будут, да? Ну, а фотон у нас настоящий, правильно? На массовой поверхности, поэтому k² равен нулю, да? Вот эту ширину, которая от k зависит, мы ее тащим в ноль, правильно? При k² равным нулю. То есть мы ее берем не на массовой поверхности омега мизона. А что у нас здесь фактически? А при k² равным нулю. Вообще говоря, мы ее не знаем, да? Чему она нулю равна. Но мы делаем предположение, что она не сильно меняется относительно своего значения на массовой поверхности, равной ширине омега мизона. Ширина омега мизона, она много меньше его массы. Поэтому вот этим членом мы можем пренебречь. Так, да? Здесь у нас... И смотрим, что, он, что останется. Чуть-чуть останется. Фотон, поэтому появляется малость электромагнитная константа. Минус И, модуль 10. Тогда здесь И вообще уходит, поэтому модуль 10 появляется. И уходит, да? Да. Почему он уходит? Не-не-не, здесь минус И у вас уже стоит. Здесь просто модуль Е стоит. Ну, ладно, говоря. У вас минус И здесь, минус И здесь, все. И еще в начале. И еще в начале, да? Угу. В начале, да. Так что И не будет, И на мин... Нет, будет одно И. Будет одно И с минусом, да? С минусом? Нет, с плюсом, потому что там... Больше массы, да? Да. Хорошо, с плюсом. Так, вот. Отлично. Теперь... Что мы дальше делаем? Мы дальше берем это, разводим по модулю в квадрате, правильно? Потому что ваша ширина, напоминаю, наша формула замечательной ширины, это матричный элемент, должным образом просуммированный по конечным состояниям, усредненный по начальным, разделить на 32 и в квадрате, масса распадающейся частицы. Да? И импульс. Импульс конечной частицы. Да? Модуль омега, частота фотона, да? На телесный угол. Телесный угол после 4 км. Да? Вот. То есть нам нужно маточный элемент возвести по модулю в квадрате. Вот смотрите, у нас есть фотон, да? То есть будет сумма по фотонной поляризации Е гамма, Е гамма, Б, Б актив. Это что такое? Пишите. Представляете себе такое же выражение, где все индексы заменены на штрихованные. Да? Сейчас просто так быстро будет сказать. Дальше сумма по поляризациям промизона у меня есть. Но поскольку он начальный, я усредняю. Правильно? У него три поляризации, я пишу 1/3. ЕРО, отсюда ню, да? А с обрезанной величины ню штрихует. Правильно? Следующему равно. Так, тут уже 3 поляризации. Есть 3 поляризации, да. Вот сумма по поляризациям это ровно то, что стоит у него в пропагаторе. Да? Мы с вами, скажем, много вопросов встречаем. Да. То есть это что такое будет? Получается G минус
Вот эти. То есть одна прелесть, да? Одна прелесть. Одна точно та или с минусом? Минус же, да? Плюс получается. Плюс РКМ. Что? Импульс у нашего P какой? У Робинзона, точнее. P? P, да. Помню, они стрих на массу, да? Угу. Вот. А вот возводим вот этот маточный элемент по модулю в квадрат. Пишем такое же выражение со штрихованными индексами, да? А теперь вот эти члены будут работать? То есть массы? Да. Ну, они, возможно, как, должны как-то зануриться. Значит, чего они зануриться? Ну там у нас тут P. Да, у нас всегда будет эпсилон, у которого будет один P, да, по одному индексу сверху. А второй P, если я отсюда возьму, то получу 0, всего симметрично с эпсилоном. Правильно? Поэтому фактически от суммирования по поляризации фотонов и усреднения по поляризации Робинзона у меня остается только G. Да? То есть G мне сделает индекс бета равный индекс бета штрих, а индекс мю равно индексу мю штрих. Да? То есть нам нужно фактически найти вот такую сверху. Эпсилон из основного маточного элемента будет мю мю альфа бета, да? Из сопряженного маточного элемента будет эпсилон мю штрих, да? Мю у нас не штрих у нас превратится в ню, да, за счет вот этого же ню. Дальше, да? Да, дальше альфа останется, ну и альфа останется, да, бета за счет вот этой же превратится, бета штрих превратится в бета, да? Вот такая слетка получится. А чему она равна? То есть слетка по двум индексам. По индексу ню и бета. По индексу ню и бета. Электродинамика первой месячной задачи, там у вас была такая сфера. Да. Помните? Да. Двойка на арахисе, это функция. Ага, правильно. То есть будет двойка, но я это... В смысле, это минус. Дельта прямое, да? Ну, подгоняйте. А, ну ладно. Да. Дельта, это какая будет? Дельта с прямыми? Минус штрих. Да. Минус. Ну, дельта. Минус штрих. А здесь? Альфа это штрих. И наоборот. Угу. О, отлично. А теперь, глядите, из сопряженного элемента у меня здесь был К альфа, в сопряженном К альфа штрих стоит, правильно? А вот это даст 0. Все видят? Вот этот член даст 0. Потому что в прямом маточном элементе у нас стоит К альфа, в сопряженном К альфа штрих, да? За счет этой дельты они свернутся и дадут К в квадрате. К у нас на массовой поверхности фотон это 0, да? Тут, соответственно, будет квадрат столярного произведения. Останется только вот это, да? Будет квадрат столярного произведения. Если наш маточный элемент просуммированный и усредненный, чему будет равен? Пишите. Да, плюс здесь будет... Давайте в системе центра инерции. В системе центра инерции. Что ну я просто уже готов. А, нет, ну давайте еще распишем, что это такое. Коэн-Анкайзер не в системе центра инерции, а в системе покоя, покоя начальной частицы. Да? Ну, можно считать, мы займемся системой центра инерции. Коэн-Анкайзер это что такое будет?
Это будет масса омега на частоту омега, да? А омега чему равна из закона сохранения? Омега носит. Да. Закон сохранения энергии мне говорит, что в начале полной... Масса минус энергии. Ну, отдельно напишите. Закон сохранения такого. То есть у нас вначале энергия была равна МРО, она перешла в фотон и кинезон. У кинезона импульс такой же, как частота, да? То есть энергия у него какая-то. А, то есть сейчас омега это, по-моему, импульс кинезона, значит, энергия его появляется. Плюс омега в квадрате. Значит, энергия это корень будет, да? Отпускаем. Омега плюс корень. Да? Угу. Мы хотим все через массу выразить. Да? Массу мы знаем, правильно? Все входящие скалярные произведения, эти частоты мы через массу будем выразить. Угу. Отсюда омега выражаем, чем можно из этого уравнения. Да, для того, чтобы сейчас сделать. Кстати говоря, пока не было ничего. Константа живет у омегапирма. В какой размерности? Размерность какая? Это масса, да, производная. Это масса, то есть это оператор М5, правильно? Масса в пятой. Минус первое. То есть М-1. Соответственно, размерность нашего маточного элемента будет какая? Если это минус первое, то это М-4. Это минус первое в квадрате, М-4. То есть М-2, правильно? Давайте полную ширину сразу запишем, 4π можно. Так, 4π это тогда просто здесь сократится. Здесь будет 8. Сначала напишите, потом сократите. Ладно. 4π идет за угла, укрепление по угла. Так. Так, это будет 6. Сейчас.
А сразу к тому же очень близко поделился, да? Ну, обычно еще на 4π вот сюда вот выгоняют, вот в две квадраты. А, с наследием. Ну, перепишите. Вот так? Да, да. Что? Нет, нет, не так. Две квадраты поделить на 4π, это альфа. А, вот это, интересно. Ага. Так, тогда у нас... Да, перепишите просто равно. Все. А вот эта двойка, которая здесь была, она у вас... Да, вот сюда ушла. Какая сюда? Ой, стоп, или это какая-то? Нет, вот эта двойка, я понял, это у вас из этого. Это педаль, это двойка, да. Я думал, это вот эта двойка. Вот эта двойка. А, вот эта двойка? Да. А, и она в матричном элементе, там, здесь была омега в квадрате, а, и вот это четверку заминать. Угу, хорошо, я понял. Ладно, хорошо. Только я тут потратил на тебя. Это что такое? Да, ты, да, это я сейчас это пойму. Так, лишнее. Это 16. Ну, вот 4. А! Альфа это не квадрат, поделить на 4. Поделите на 4. А из 96 пи, ну, там, из 4 пи, ну, а это все остальное. Ну, а в той ширине получается просто ромбика местами измеряется. Да. То есть на ширине процесса B у нас все то же самое, в сущности до переобозначения ρ на омега. Да? И что мы видим? Мы видим, что вот эта наша феноменологическая константа, да, G ρ омега, она благополучно сократилась в отношении. У меня масса ромизона и масса омега отличаются совсем, совсем чуть-чуть они отличаются. Да? Это 770, это 782. Да? Вот. Поэтому можно приблизительно написать, что это есть просто отношение констант жиро в омеге. А это отношение мы знаем из модели лифтовой доминантности. Правильно? Мы когда модель некодоминантности строили, помните, у нас была одна к единице на жиро относится к единице на жи омега, относится к единице на жифи. Единица на жиро относится к единице на жи омега, относится к единице на жифи, так же как единица на корень из двух, да, относится к трем корням из двух, относится к минус одной трети. Правильно? Когда мы модель электродоминантности строили, у нас какое отношение? Поэтому чего это не правило? Ой. Нет.
А, девятки, да. Девятки? Одна девятка. Одна девятка. Жеомика в три раза больше. Жеомика в три раза больше, чем жило. Одна девятая. Да. Одна девятая, да. Одна девятая. Отлично. Экспериментальное отношение. Если мы эксперимент, то найдем это отношение здесь. Экспериментальное. Ровки гамма. Омега гамма. Это примерно одна единица поделить на 10 метров. Да? То есть видим, что у нас очень неплохо работает как модель векторной доминантности, так и наше приближение правила Цвейга. То, что мы здесь фемизон выкинули, да? То есть мы могли что сделать? Сказать нет. Мы все величины будем измерять из эксперимента, но посмотрим, попытаемся измерять, чему равна g ρ φ π. Да? И подставив все наши ширины, мы бы увидели, что действительно у меня константа g ρ φ π, она много меньше, чем g ρ ωμέγα π. То есть такая обратная немножко логика рассуждения. Да? Но вот это мы сразу могли предположить, исходя из правила Цвейга. Правила Цвейга первый раз люди увидели на распадах фемизона омега и фи. У вас омега любит распадаться в 3π, да? И фи тоже никто не запрещает в 3π распадаться. Верно? Казалось бы, они должны были идти с одинаковой скоростью, но получается так, что вот этот распад, он достаточно редкий, потому что фи распадается в основном в какие ноги? В комизоны, да, он распадается. А сюда редко распадается. Но вот объяснение этому люди сказали, а вот давайте введем такое феноменологическое правило, что распады, в котором два одинаковых распада, в одном из которых есть аннигиляция тяжелых кварков относительно омега, SNTS тяжелые кварки, да? Вот. Она подавлена. Да? Это правило нам будет как бы объяснять, почему этот распад подавлен в сравнении с этим распадом. Вот. То есть мы, исходя из нашего ответа, видим, что удобно согласиться с экспериментом. Мы так вот косвенно объясняем, что да, действительно это правило работает. Да? Ладно, спасибо. Все, на этом мы заканчиваем с вами феноменологическую теорию. На следующем семинаре мы начинаем уже заниматься а начнем с такой формальной математики, с световой алгебры. То есть первое, что мы будем делать, это световой алгебры. Группа SU3. Группа SU3, да. Ну, SUN, скорее. Алгебра группы SU. А есть даже такой метод в теории возмущений, где 1 на n как параметр. Да, есть такой метод. Есть такой метод разложения, там, когда я большой выживаю, планарные диаграммы, там функции длинов факторизуются. Это как альтернатива пертурбатива. Но n равно 3, да, в жизни, поэтому все эти модели, они непосредственно сами эксперименты имеют такое косвенное отношение. Просто, да. Сами по себе достаточно красивые. Теоретические, да, построения оказывается плодотворными, трагедическими. Да?